Желающих много, вопросов много, звонков много, но сейчас рейс возможен только из Москвы регулярными авиакомпаниями. Но в день приходит, где-то, может быть, человек 5-7, оставляют заявочки, ждут, когда появятся вылеты. Пока число по Турции отдыхающих не увеличилось, просто это связано с тем, что сейчас у нас из Москвы цены, в принципе, реальные по вылету в Турцию, а из регионов они пока еще дороговаты. То есть если из Москвы в среднем можно уехать с человека за 25 тысяч, то из регионов это от 50. Отдых в Турции. Я там много раз отдыхал, в Анталии как раз. Но в данный момент я бы не рискнул туда лететь, потому что сильно охраняемые аэропорты зарывают. Вот у меня, допустим, выбор съесть в Турцию или в Крым. Я поеду в Крым к своим. И деньги я хочу там оставлять. Я вообще за отечественный отдых и предпочитаю наше Черное море, Сочи, Анапа, Геленджик. Вот недавно ездили отдыхать, всем советуем.